Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Марк Гертлер, английский художник, родился 9 декабря 1891 года в городе Лондон в семье еврейских иммигрантов из Австро-Венгрии. Получив стипендию, изучал живопись в престижной лондонской школе изящных искусств Слейд. Во время учебы рисовал преимущественно портреты членов своей семьи, в первую очередь матери. В этот период Гертлер познакомился с такими художниками, как Пол Нэш, Эдвард Уолсворт, Кристофер Невинсон, Стэнли Спенсер. Был в близких отношениях с художницей Доры Каррингтон. Гертлеру покровительствовала известная лондонская меценатка Аталайнд Морелл, которая представила его Уолтеру Сикерту, основателю лондонской художественной группы Camden Town. Она ввела Гертлера в круг группы Блумсбери. Марк Гертлер был известен в Англии начала 20 века как превосходный портретист и пейзажист. Писал также натюрморты. Был членом нового английского художественного клуба. В 1114 году художник начинает работать под покровительством влиятельного художественного критика, искусствоведа и мецената Эдуарда Марша. Это сотрудничество продолжается 2 года, после чего пацифист по убеждениям Гертлер разрывает отношения со своим меценатом, ставшим членом военного кабинета у Черчилля. Его ближайшим товарищем в этот период был переводчик Котельянский, дружба и переписка с которым длилась до конца жизни художника. В начале 1920-х годов у Гертлера обнаруживается туберкулез, и он вынужден провести курс лечения в санатории. Вскоре после этого умирают от туберкулеза его ближайшие друзья, писательница Кэтрин Мэнсфилд и Лоуренс. В 1930-х годах художник преподает в Вестминстерской школе искусства. В это время картины Марка Гертлера едва продавались. Организованная в конце 30-х годов выставка его работ провалилась, вскоре после чего художник покончил жизнь самоубийством в своей мастерской. Возраст 47 лет, 1939 год. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о английском художнике Марк Гертлер. Пока-пока, до свидания.